У прокуратуры есть виновные в побеге экс-ректора университета налоговой службы Петра Мельника. Это два милиционера, которым сегодня предъявили обвинение в служебной халатности. Напомню, Мельник бежал из-под домашнего ареста в начале августа, сняв электронный браслет. Прокуратура установила, офицеры, наблюдавшие за специальным пультом, не отреагировали на тревожный сигнал устройства и тем самым позволили Мельнику скрыться. Підозрюваним міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Найближчим часом обвинувальний акт буде направлений до суду.